Надеюсь на теплый прием и успех. Я вам о себе расскажу объективно, умна, весела и во всем позитивна. Я выбираю спорт, люблю я петь и танцевать. Не нравится мне жизнь однообразная. Мне некогда грустить и унывать. И каждый день я новая, я разная. Есть в жизни у меня огромное богатство. Две дочки у меня, не надо и полцарства. Они мои помощницы, подмога мне во всем. Люблю я их всем сердцем и больше с каждым днем. Старшую зовут Людмила, ей 11 лет исполнилось. С ее появлением в доме жизнь моя счастьем наполнилась. Люда любит рисовать, в школе учится на 5. Еще танцует и поет, в спорте лидером слывет. У нее большой талант, наша Люда музыкант. Как садится к пианино, пальчики порхают дивно, и мелодия звучит, как ручей весной журчит. Младшую красавицу зовут Елизавета. Она еще малышка, 6 лет моей конфете. Не отстает от своей сестренки. Учится плясать и петь. Очень любит всех животных. Также мультики смотреть. Ей на месте не сидится. Может целый день крутиться. Любит в бассейне купаться, в батуте прыгать, кувыркаться. Как же мы проводим время, не скучаем никогда. И в любое время года найдем занятия без труда. Посещаем мы концерты, цирк, музей, зоопарк. Наша дружная семейка отдыхает только так. Только семья – это пристань для счастья. Только семья сохранит от ненастья. Вот почему я скажу не тая. Счастье для меня – моя семья. Самое главное увлечение – это вязание крючком. В основном это работа для моих любимых дочурок. Когда они были поменьше, я вязала для них сарафанчики, маечки, юбочки. Сейчас в основном это головные уборы.
тебя люблю, мамочка сказала. Развела руками и тоже показала. Это очень много, прошептал зайчишка. Это очень, очень много. Много, но не слишком. Он присел и прыгнул высоко, как мячик. Вот как я тебя люблю, засмеялся зайчик. И тогда ему в ответ, разбежавшись лихо, вот как я тебя люблю, подпрыгнула зайчиха. Это очень много, прошептал зайчишка. Это очень, очень много. Много, но не слишком. А вот как я тебя люблю, зайчик улыбнулся и на травке муравье перекувырнулся. А вот как я тебя люблю, мамочка сказала, кувыркнулась, обняла и поцеловала. Это очень много, прошептал зайчишка. Это очень, очень много. Много, но не слишком. Видишь, дерево растет возле речки прямо. Вот как я тебя люблю. Понимаешь, мама? А у мамы на руках видно всю долину. Вот как я тебя люблю, мать сказала сыну. Так прошел веселый день. В час, когда смеркалась, желто-белая луна в небе показалась. Ночью детям нужно спать, даже в нашей сказке. Тихо зайчик прошептал, закрывая глазки. От земли до луны, а потом обратно. Вот как я тебя люблю, разве непонятно? Подоткнув со всех сторон зайки одеяло, тихо-тихо перед сном мама прошептала. Это очень, очень много. Это так приятно, когда любят до луны, а потом обратно.